Вась. Всем привет. Мы пытаемся девчонкам найти какие-нибудь курточки. В общем, в нашем городе есть Лига Грант, и там отдел открыли с одеждой. Вот такая вот одежда. Цены, конечно, низкие. Вот курточка. Тоненькая. Ой. Ну, на девчонок ничего нет, чтобы такую купить для школы. В общем, сейчас мы еще в один магазин поедем. В Валберес я тоже вчера полистала. Тоже ничего не нашла. В общем, я не знаю, что происходит. Мне, конечно, за 6 тысяч неохота тратить такие деньги, покупать. Хотя бы тысячи по 2,5 им курточки взять, но... Такие деньги, в общем, нет нигде. Дочка хочет каблучки или босс покупать? Нет, Васюша, такие туфельки мы точно не будем покупать. Почему? Потому что они плохие, Вася. А? Плохие эти туфельки, мы такие не берем, это китайские. Это китайские? Да. Если курточку мы еще можем такую купить, то обувь нет, обувь мы берем нормальную. Ну что, Васюнь, поехали в другой магазинчик. Не могла не включиться. Смотрите. Этикетка на пальто. Роза моя. Цена за пальто. История молчит. Сколько стоит? Сереж, найди ценник, пожалуйста. Там внизу где-то он болтается. Нет, в самом низу там, наверное, вот, 3200. 3200, офигеть. 3300. За такую тряпку 3200. Такую на себя одеть страшно. Нет. Это дорого. Это лучше еще пару тысяч добавить, но купить вещь, которой хотя бы года два проходишь. А это все сваляется, скатается. Будет страшным видом. В общем. Купальники клоуна на следующий год. Нет, Васюш, что же они? Нам пока не надо. Пойдем. В общем, мы в другом магазине. Ну, почти таком же. Курточка еще... Ой, смотри-ка, все же нагорелая. Курточка. Такие вещи продают. Вещь, дыра. Вася у нас капризничает. Говорит, я не буду комбинезоны в школу носить. Штаны снимать и одевать. И что мне тебе? Вязать штаны? Нет. Вязаные будешь ходить? Не знаю, что взять. Вот это можешь посмотреть. Это тонкая. В общем, у нас засада. Черная. Давай сейчас померим. Вась. А? В общем, размер универсальный. Здесь написано. 100. Сейчас. 110-140. Я пока не понимаю, как это. 110 это до школы. А 140 это уже 4 класс. 5. А у меня сейчас... 122 у тебя рост. Ага. Ну ты как раз в серединку попадаешь. Ну-ка, отойди в сторону. Нет, мне не нравится. Это какая-то мальчуковая расцветка, хоть и с фиолетовым. Не надо. Не пойдет. В общем, ничего. Нет магазинов такого, чтобы можно было что-то купить. А и теплее. Да. Что-то мы как-то не подумали, что это надо в Иваново, наверное, опять ехать. А нам никак не уехать. Нас не с кем детей оставлять.